памятная дата военной истории Отечества. 17 января. В этот день, в 1945 году, советские войска вместе с 1-й армией войска польского освободили столицу Польши – Варшаву. Честь первыми войти в столицу Польши была предоставлена нашим братьям по оружию. Москва салютовала освободившим Варшаву доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии, 24 артиллерийскими залпами.